Саженцы лиственницы кемпфера, Стив Випер, на штамбе, Стив Вепа, штамбовая форма хвойного дерева, высота которого 200 сантиметров, с густой, разветвленной кроной неправильной формы и стелющимися ветками. Хвоя мягкая, длинная, голубовато-зеленого отлива, к осени меняет цвет на ярко-желтый. Лиственница кемпфера, Стив Випер, на штамбе, имеет плоды в виде шишек обоих полов. Мужские представлены оливковыми чешуйчатыми шишками, немного выгнутыми, а женские имеют лиловый окрас. Почва должна быть умеренно увлажнена, плодородна, нейтральна. Место произрастания должно быть достаточно освещено солнечными лучами. Лиственница кемпфера на штамбе Стив Випер – это дерево высотой 150 см с типом роста, среднерослый. Цветет растение в месяц май. Лист растения по форме иглоподобный. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва сине-зеленая. У растения нет шипов. Важно, что лиственница кемпфера на штамбе Стив Випер самобесплодный, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.